Расскажи о себе, кем ты работаешь? Я воспитательница. Это деликатное дело, верно? Ведь то, чему ты научишь детей, они навсегда запомнят. Нежно солнце коснулось лучами дома, как будто ладонью провел Господь. Это стихотворение? Не знаю. Ну, конечно, стихотворение. Нежно солнце коснулось лучами дома, как будто ладонью провел Господь. Ого! Всего несколько элементов, и все становится очень сложным. Я думаю, это новый Моцарт. Если умеешь воображать, мир может стать таким, каким захочешь. Вот, смотри. Мяу. Мяу. Я попросила Джимми прочесть несколько стихов на вечере поэзии. Не выйдет. В четверг он играет с друзьями в бейсбол. У него талант, мистер Рой. Я хочу, чтобы у сына была нормальная жизнь. Алло. Джимми, привет. Это Лиза. Зачем ты мне звонишь? Как будто ладонью провел Господь. Почему ты плачешь? Им понравилось. Талант так хрупок и так редок, что он не выдерживает давления нашей культуры. Эй, Джимми! Привет. Привет. Опусти и потяни налево. Моцарт был обласкан королями и королевами. Они массировали его усталые ручки, угощали конфетами. Ты будешь читать стихи, а потом мы напечатаем книгу с твоим именем на обложке. Алло, можете мне помочь?